следователями отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли двое пешеходов. 26 октября в вечернее время, двигаясь на автомашине Volkswagen Polo по улице Чернышевского, подозреваемый на регулируемом пешеходном переходе проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов. После совершения ДТП злоумышленник скрылся. Принятыми мерами розыска сотрудниками оперативных служб полиции в кратчайшие сроки личность 23-летнего водителя была установлена и произведено его задержание. По версии следствия, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел права управления транспортным средством. В отношении 23-летнего, ранее несудимого гражданина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.